Всем привет! Сегодня 10 сентября. Сегодняшнее видео у нас... Все правильно. Сегодняшнее видео у нас про уборку тыквы Матильда. Вот, дождались, пока она поспеет, созреет. Ну, еще, конечно, не совсем созрела. Вот у нас вот так вот она наросла. Сейчас вот уже заканчиваем. Чуть-чуть вот осталось тут. Хотел просто показать, вот как она росла. Вот смотрите. Вот так вот кучно она росла. Это тыква Матильда. Размеры разные. Взвешивал, там есть и 2 килограмма, 3, некоторые даже 2 килограмма. Потом видео сниму, покажу, разрежу внутри. Цветом такая она оранжевая. Говорят, очень сахаристая, полезна для диабетиков. Хотя не знаю, почему для диабетиков полезна. Она не сахаристая, а сладкая. Вот так вот. Ну ладно, будем продолжать. Просто морозы вчера, сегодня ночью были. До -2, до -3. Вот решили убрать. А так, конечно, бы ей еще недельки две полежать бы. Может быть, даже 3, чтобы она набрала свои, как говорится, соки. Но лучше так, чем потом это все пропадет. Ну все, будем трудиться дальше.